студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартынева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в выпуске. Армавирца, упавшего с 7-го этажа, транспортировали в первую краевую больницу. За отправкой на вертолете санавиации наблюдала Дарья Топчиева. Перед началом учебного года армавирские учителя провели педагогическую конференцию. Основная тема – создание безопасных условий для детей в школах. На встрече побывала Анна Тулинова. Христиане отметили Успение Пресвятой Богородицы. На божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе побывала и Наталья Полякова. Армавирца, пострадавшего в результате падения с балкона 7-го этажа, доставили в краевую клиническую больницу номер 1 имени профессора Очаповского. Транспортировка проходила 28 августа на вертолете санавиации. Дарья Топчиева стала свидетелем. Чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал армавирец 1992 года рождения, произошло 24 августа в микрорайоне Северном. Молодой человек выпал с балкона 7-го этажа многоквартирного дома. Что послужило причиной случившегося, точно неизвестно. В тяжелом состоянии армавирец был доставлен в городскую больницу, где провел в коме несколько дней. 28 августа состоялась отправка пострадавшего в первую краевую клиническую больницу в Краснодар. На носилках медики перенесли пациента в автомобиль скорой помощи, чтобы доставить его до площадки приземления вертолета санавиации. Воздушное судно находилось на картодроме в районе промзоны. Уже там, на площадке, из автомобиля скорой помощи врачи транспортировали пострадавшего в вертолет. Как стало известно, упавший с 7-го этажа армавирец находится в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, переломы нижних и верхних конечностей, тупая травма грудной клетки и живота. В связи с тяжелым состоянием пациента и было принято решение о транспортировке. Мы по линии санавиации созвонились с первой краевой больницей, согласовали перевод пациента на более высокий уровень медицинской помощи, оказания медицинской помощи для оказания высокотехнологичной медицинской помощи данному пациенту. Пациент на искусственной вентиляции легких, и дай бог, что там в первой краевой больнице максимально ему окажут помощь, помогут, и он сможет хотя бы пока на данный момент выжить. В Краснодаре вертолет с пациентом приземлится уже через 40 минут. В текущем году это уже третья подобная транспортировка. Первые два раза в краевую больницу из Армавира отправляли пострадавших в дорожных авариях. Дарья Топчиева, Александр Жерелиев, служба новостей Армавира. Августовская конференция научно-педагогической общественности прошла 28 августа в администрации Армавира. Городоначальник говорил о задачах, которые были поставлены перед муниципалитетами, губернатором региона Александром Ткачевым на краевом совещании. О целях и новых проектах на будущий год узнавала Анна Тулинова. Инженеры детских душ, так учителей назвали выступающие в конференц-зале администрации дети. Поздравлял и приветствовал преподавательский состав Армавира и Андрей Харченко. Глава города благодарил педагогов за сопереживание, за активное участие в образовательном процессе, а также в подготовке школ к началу учебного года. Городоначальник сообщил, что на повышение заработной платы работникам системы образования выделяются большие деньги. На эти цели в последующие три года из краевого бюджета планируется потратить около 200 миллиардов рублей. Только на поднятие заработных плат в целом по краю из краевого бюджета было дополнительно выделено 8 миллиардов рублей. Это большие суммы. И я хотел бы также, чтобы мы с вами не забывали о том, что на систему образования края за прошлый год было потрачено почти 80 миллиардов рублей. Это практически 40% краевого бюджета. По поручению губернатора края, к 2018 году зарплата у учителей должна составить 40 тысяч рублей. Увеличение мест в детских садах – это один из наиболее актуальных вопросов в городе. Краевой администрации перед муниципалитетами поставлена задача к 2016 году ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Поэтому в Армавире ведется расширение и строительство зданий детских садов. Так, в преддверии Дня города свои двери для маленьких детей распахнет садик в поселке Заветном. Подготавливается проект сметная документация для возведения дошкольного учреждения в Старой Станице. За три с небольшим года в городе построено порядка 7 новых, вот это будет водиться у нас детский садик, это будет 7-й новый объект. Из них 5 новых детских садов. Но то, что сделано, этого недостаточно для того, чтобы выполнить те задачи, которые, и та зона ответственности, которая сегодня стоит
перед нами. Еще одной важной проблемой учебных заведений является детский травматизм. Нарушение правил поведения на переменах, несоблюдение техники безопасности, неосторожность на уроках по физкультуре может привести к довольно трагичным последствиям. Это происходит из-за того, что детям не уделяется достаточное количество времени. Да и со здоровьем у детей не все в порядке. Только в 4 школах города не наблюдается курящих подростков. Муниципальная система образования определила основные направления задачи работы по защите интересов детей и обеспечению их безопасности. Сегодня, как никогда, общество заинтересовано в решении острых проблем, связанных с безопасным детством. Изюминкой августовской конференции стала выставка музеев школ города. Наиболее необычным можно назвать музей утюга школы номер 2. Ребята-волонтеры предложили идею создания экспозиции, изучили историю и накопили большое количество утюгов. Анна Тулинова, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». И в продолжении темы образования. В школах Кубани могут убрать вторую смену. С такой инициативой выступил на августовском педсовете губернатор региона Александр Ткачев. Во вторую смену в крае учится каждый пятый ребенок, то есть практически 20% школьников. Из-за этого у школ не всегда есть возможность выделить помещение для внеклассной и кружковой работы с детьми, сообщается на официальном сайте администрации региона. Для решения проблемы губернатор поручил Министерству образования, Министерству финансов и главам муниципалитетов до конца этого года разработать так называемую дорожную карту по строительству школ. Как конкретно это поможет разрешить ситуацию, пока неизвестно. Армавир занял 2 место в краевом конкурсе «Самый благоустроенный город. Станица Кубани-2013» среди муниципалитетов с населением более 100 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывалось множество параметров, которые предоставили Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, природопользования, а также правоохранительные органы и ряд других. Зачет пошли результаты всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. Победителем конкурса стала столица Кубани – Краснодар. 2 место – у Армавира. За победу в конкурсе наш город получит 6,5 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, возведение ограждений, установку малых архитектурных форм, устройство уличного освещения. К другим новостям. 5 миллионов рублей выделили власти Армавира на благоустройство дорог. Эти средства были получены в рамках муниципальной программы. Работы по асфальтированию тротуаров планировались уже давно. И теперь, когда финансы поступили в казну, началось создание пешеходных дорожек. Уже готовы большие отрезки Полночарского, Шоссейной, Советской армии от Новороссийской до Маркова. Если на участке есть общеобразовательное учреждение, то в первую очередь асфальт появляется возле школы. Несмотря на сильную жару, рабочие трудятся, так сказать, вовсю. Дело в том, что глава города поставил жесткие временные рамки выполнения работ. Их необходимо закончить в кратчайшие сроки. Армавирцев ожидает теплый сентябрь. Во всяком случае, высокая температура будет держаться в первую неделю. В этот период, в светлое время суток, столбики термометров будут держаться на высокой отметке 30 градусов. Ночи также ожидаются теплыми, обещают синоптики. Градусники будут показывать плюс 20. При этом дожди опасаться не стоит, так что бархатный сезон в этом году обещает быть благоприятным. Солнца и тепла еще достаточно, но уже нет изнуряющей жары. Отмечу, именно в этот период врачи рекомендуют отправляться на море тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Тем более отдыхающих будет намного меньше. 28 августа православные отметили Успение Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 великих церковных событий. Кончина Девы Марии, Матери Иисуса Христа, датируется 48-м годом нашей эры. В Свято-Никольском кафедральном соборе по традиции утром священнослужители провели службу в честь Успения Богородицы. На литургии побывала и Наталья Полякова. Сегодня мы с вами, дорогие мои, празднуем праздник Успения Божией Матери. Тропарь, посвященный празднику, сегодня гласит: «В Рождестве девство сохранило еси, во успение мира не оставило еси Богородице». От мала до велика в этот день прихожане собрались в Свято-Никольском кафедральном соборе на службу в честь Успения Богородицы. Каждый сюда пришел почтить память Матери Иисуса Христа. Окончание жизненного пути Девы Марии носит как печальный, так и радостный оттенок. На небесах она смогла воссоединиться со своим сыном. Отмечают это событие прихожане и священнослужители литургией. Важной частью Успения считается подход к Святой Плащанице с изображением Богоматери. Верующие ее целуют, ставят свечи и в молитвах обращаются
прикасаются к святыне. На самом деле, по опыту могу сказать, что когда прикасаешься к ее ложу, где лежало когда-то ее тело, пробирает трепет вот такой сильный, что ощущаешь, что здесь лежала та, которая является твоей матерью. В русской церкви праздник Успения, он очень закрепился фактически с первых годов ее христианизации. О событиях, связанных с Успением Пресвятой Богородицы, ничего не говорится в Евангелии. Но значение праздника сохранено в особой церковной службе и иконе. Всеобщее почитание этого дня было установлено в 582 году при византийском императоре Маврикии. В честь Успения Божьей Матери на Руси получили свои названия многие храмы, а также главный собор Московского Кремля. У нас три лавры на территории Руси носят имя Успения Пресвятой Богородицы. Это Киево-Печерская Успенская лавра, это Почаевская лавра, это Святогорская лавра. Все находятся на Украине, но ведь территория Украины – территория Святой Руси. У нас в Армавире был храм Успенский, то есть настолько люди почитают не только этот праздник, но и саму Владычицу Богородицу. На службе каждому причаститься – это одно из главных мероприятий и литургии. Напомним, празднику Успения Богородицы предшествует двухнедельный Успенский пост. И в этот день, 28 августа, он закончился. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Имея милосердие и сострадание, во всех храмах Армавира работают пункты приема гуманитарной помощи беженцам. Каждый, кто не хочет остаться в стороне чужой беды, может помочь пострадавшим, придя в любой из городских храмов. В Свято-Никольском кафедральном соборе работает пункт приема гуманитарной помощи беженцам. В основном люди приносят сюда деньги, так как не все лекарства и продукты проходят проверку. Поэтому материальная помощь, даже самая минимальная, более востребована. Принести можно наличные деньги, а можно положить их на счет Свято-Никольского кафедрального собора. Его номер обозначен на сайте svt-nikolai.ru. Собранные средства распределят между нуждающимися жителями Украины. Напомню, такие пункты работают во всех храмах Армавира. Армавирский трейсер Виталий Ашихмин стал победителем фестиваля паркура и фрирана «Экстрим Сплэш 2», проходившего в Гулькевичах. Мероприятие собрало спортсменов из Новосибирска, Грозного, Ставрополя, Новороссийска и Армавира. От нашего города в фестивале участвовало 5 человек. Все они занимаются в школе паркура, созданной на базе организации «Поток жизни». На фестивале трейсеры продемонстрировали мастерство исполнения трюков и акробатических номеров. Лучшие спортсмены были награждены денежными призами. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. С ним вас познакомит Наталья Полякова. В студии была Марина Бартенева. До свидания. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», улица Азовская, 4 и Тургенева, 140, торговый центр «Оскар».